Вы какой вакцины? Вот это я один из первых подставил правое плечо. Реакции те же, что и у президента России. Поболело плечико чуть-чуть. Значит, настоящее. И все. Да вы настоящий. Понимаете, для нас это жизненно важно, но вы люди творческие, понимаете, в какой сложной ситуации театра находились. И сначала 25%, потом впереди были закрыты театры, а сейчас 50%, мы там свою систему выработали, как же со зрительным залом работать. Вы знаете, пустые места в зрительном зале — это чудовищно. Для артистов, особенно для артистов. Да и зрители, когда видят, но зрители нам компенсировали энергию, а мы в своем театре еще посадили антитела. Мы так их назвали, мы, чтобы пустых мест не было, а чтобы артист, когда видит, что более полный закрытый зал, мы посадили черные манекены, назвали их антитела, которые и зрители чуть-чуть разделяют, и при этом, если